Привет, добро пожаловать на канал Аринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор покупок. И это не просто обзор покупок, я буду делиться с вами мнением от данной продукции. Сразу же предупрежу, что с данной компанией я не сотрудничаю. Это никакая не реклама, это просто мое мнение от данной продукции, которую я покупала на свои деньги. Если вам интересно узнать мое мнение, что я купила, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Начну с того, что сегодня снимаю на немножко другую камеру, и мне немножко непривычно, поэтому я буду иногда смотреть на вас, а иногда буду отвлекаться в сторону, так что прошу извинить, буду просто привыкать немножечко к данной камере. Я вам уже говорила о том, что у меня есть один фаворит в уходе за собой, это даже не то, чтобы за собой, я не знаю, как это сказать, это очень деликатная тема. В общем, это средство для интимной гигиены от фирмы «Сибирское здоровье». Это идет фитомыло, натуральное фитомыло для женской интимной гигиены. Это мыло, которое у нас идет абсолютно из натуральных ингредиентов, срок годности после вскрытия 6 месяцев, достаточно концентрированный продукт, и здесь его идет объем 250 мл. Компания «Сибирское здоровье» это является российское производство, что не может не радовать, производится это, по-моему, где-то в Алтае, насколько я знаю, «Природная косметика Байкал» написано. И могу сказать то, что данное фитомыло, оно не сушит интимную зону, не вызывает никакого зуда, дискомфорта, пахнет оно елочкой, но оно не остается на коже, то есть это достаточно деликатное такое, знаете, очищение, хорошо размыливающееся и очень приятное ощущение после использования данного мыла, ощущение чистоты. Я знаю, что даже есть гинекологи, которые рекомендуют пользоваться данной продукцией. Я уже вам говорила о том, что я осталась в восторге от использования данного продукта, пользуемся мы, не только я этим продуктом пользуюсь, поэтому для нас это очень даже хорошее средство. Могу сказать то, что здесь написано, то, что можно пользоваться после посещения бассейна и пляжа. Оно является антибактериальным. Это немаловажно, кстати, на сегодняшний день. Следующее, что я вам хочу показать, и я немножечко опоздала с данным видео, могу сказать то, что сейчас летний сезон, и сейчас идет активная тема того, чтобы нам выглядеть отлично, чтобы наши бедра, чтобы наша кожа выглядела хорошо, и мы прибегаем либо к массажам, либо к диетам, там к чему угодно. И когда я увидела то, что в «Сибирском здоровье» есть массажное масло, и состав его является, знаете, такой, как эфирные масла лемонграсса, мяты, эфирные масла ели чабреца, зеленое кофе, лесного ореха, я не могла его не купить, честно, потому что, во-первых, замечательный аромат елочки и лимона. Нетипичный, знаете, какой-то интересный и не повседневный. То есть я вот так вот где-то его не встречала. Очень хорошая отдушка. Я уже им очень хорошо попользовалась, и, к сожалению, я им пользовалась совершенно неправильно, как нужно было. Я его сама себе делала, такой небольшой массажик по проблемным зонам, чтобы у меня кожа немножечко потянулась, потому что после беременности как-то мне все кажется, что у меня кожа недостаточно упругая. Мне хочется, чтобы она еще более такая была, знаете, такая упругая, и поэтому я взяла данное масло. Но надо было, чтобы мне кто-то делал массаж, вот было бы, мне кажется, вообще очень здорово, классно. Но у меня здесь еще есть определенное количество продукта, думаю, то, что массажик я с ним успею поделать и почувствовать результат. Цена у него идет, по-моему, до 350 рублей, объем 100 мл и срок годности 6 месяцев после вскрытия. Очень понравилось данное средство, конечно же, вам могу порекомендовать. Единственное, что мне не понравилось, это вот это вот чудо крышечка грибочек. Я, так как вы знаете, то, что я сейчас вынуждена жить на два города, у нас так сложились обстоятельства, в одной из переездов у меня просто вот эта крышечка с косметички открылась, и определенное количество вылилось, пришлось отмывать косметичку. Но ничего страшного, большая часть осталась, и как бы в принципе будем пользоваться. Могу смело рекомендовать. Очень неплохой, кстати, неплохое масло. И цена его на сегодняшний день за объем очень даже интересная. Но так как я являюсь обладательницей длинных волос, и для меня всегда поиск какого-то очень хорошего шампуня, уход за волосами, для меня это всегда очень актуально. И я не могла пройти мимо того, что в «Сибирском здоровье» также представлена косметика в уходе за волосами. Я не могла, знаете, не попробовать ее. И выбор мой упал, как ни странно, для меня шампунь для роста волос. Упаковочка выглядит вот так вот.
такая зеленая лаконичная упаковка, абсолютно такая же идет, как для женской интимной гигиены, просто цвет другой упаковки. Тоже объем 250 мл и срок годности 6 месяцев. Могу сказать только то, что данный шампунь очень хорошо очищает волосы, он очищает их до скрипа. Сам шампунь, он прозрачный, очень концентрированный, замечательно пенится, его нужно совсем немножко. Здесь объем 250 мл, я им пользуюсь ровно месяц, и у меня здесь еще осталось четверть шампуня, и это большой показатель, потому что обычно шампуни в объеме 250 мл у меня улетают просто на ура, девочки. Вы себе даже не представляете, как. Вот я сейчас смотрю, кстати, на себя в камеру, мне кажется, так мега темно, но, девочки, это весь максимум света, который я могу сейчас дать, потому что в этой квартире, я повторюсь, это какой-то бермудский треугольник, я не могу никак найти ту фазу дня, когда бы хорошо было снимать видео, это какой-то просто дурдом, хотя на улице солнышко и птички поют, и ландыши цветут. Вернемся к косметике. Надеюсь, данная картинка вас не будет сильно раздражать тем, что очень темно. Девчонки, простите, куплю софтбоксы, и будет картинка еще лучше. Обещаю, честное слово даю. Шампунь, я не скажу, что я заметила какой-то дикий рост волос, но я заметила то, что у меня не было зуда, у меня блестели волосы, они были такие, знаете, мягкие, они были по-настоящему мягкие. Длина волос, она была мягкая, как, знаете, от хорошего шампуня, который у меня до этого был от компании Shiseido Tsubaki. Если вы помните, Димаш Кар называла серия, результат абсолютно похожий, но только цена абсолютно разная, и я могу сказать, что я обязательно повторю данный шампунь. Мне очень понравилось. Также пахнет елочкой. Абсолютно меня это не отталкивает. Здесь присутствует небольшая отдушка, присутствует аниса, но она не критичная. Не так, как у маски из этой же серии, которую я себе купила. Она выглядит вот так. Удобная, кстати, упаковочка, она не очень большая, но сам продукт тоже очень концентрированный. Я им пользуюсь месяц, и использовала я только всего лишь половину. Для меня это не типично, потому что обычно маски в объеме 200 мл и такого более-менее натурального состава, они у меня летают просто моментально. У меня их волосы съедают, и мне все мало-мало данной маски, потому что просто уже, наверное, приучила себя к маскам, эффект который дает, к примеру, силиконовые маски. Вот к этому эффекту мои волосы привыкли. Точнее, я даже привыкла. Данная маска, она тоже идет укрепляющая маска для роста волос. Здесь у нас идут активные ингредиенты, это гибискус, пион, экстракт ромашки, зверобоя, мята, алтея, шалфея и аниса. Вот здесь огромный, да, так скажем, состав от всего, что присутствует, но запах аниса, девочки, это просто какой-то ужас. Я не люблю этот аромат, мне он даже, могу сказать, как бы, ну, вызывает такие определенные нехорошие позывы после использования, но то, что делает эта маска с моими волосами, я затыкаю просто нос и пользуюсь ей. Ее всего-то нужно наносить на 1-2 минуты, и как наносить маску, вы все, наверное, знаете, я для вас Америку не открою. Когда мы наносим маску, мы промакиваем волосы, чтобы они были влажные, наносим эту маску на 2-3 минутки, я лично наношу ее 3-5 минут, просто потом смываю полотенце и делаем дальше, что мы делаем с волосами. Но у меня есть еще одна фишка, когда я наношу подобные маски, я ее наношу и потом расчесываю расческой с такими редкими зубками, для того, чтобы каждая волосинка получила свою дозу маски. Я осталась абсолютно в восторге от данного продукта, я даже была очень удивлена, потому что состав натуральный, но эффект действительно блестящих, мягких, рассыпчатых волос. И это тоже такая же маска, как, к примеру, у меня была маска Anti-Age от Yves Rocher, я ее наносила также и на корни волос. И при всем при этом могу сказать, девочки, первые, наверное, 2 недели я мыла волосы через 2 дня, несмотря на то, что я маску наносила на корни волос. Потом, естественно, у меня уже корни хорошо подпитались, и у меня уже мне приходилось мыть волосы каждый день. Эту маску я также наносила 2-3 раза, ну, где-то 2-3 раза в неделю я пользовалась данной маской. Девочки, посмотрите, какой расход на мою длину. Это просто, знаете, супер экономичная маска, которая очень хорошо работает. Знаете, не то чтобы пою и дифирамбы, но она действительно меня впечатлила. Срок годности 3 месяца после вскрытия. Думаю, то, что нужно будет еще купить себе шампунь для того, чтобы использовать данную маску. Так что так, вот осталась очень довольна. Цена у нее тоже, по-моему, шла что-то в пределах 350 рублей. Но очень мне понравилась данная косметика. Я буду пользоваться дальше, буду пытаться попробовать всю косметику, которая у них есть у этой марки, и буду просто
изучать, что у них есть интересно, потому что данные продукты, все четыре, на меня произвели определенное хорошее впечатление. Вот так вот, девочки, по максимуму хотела вам по-быстрому рассказать, познакомить вас с данной косметикой. Если вам интересно, где я ее купила, конечно же, пишите комментарии, пишите в директ, я вам обязательно оставлю ссылки, как можно ее приобрести. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, вам это будет ничего не стоить, мне будет это безумно приятно. Пишите свои комментарии, если вы пользовались данной продукцией, тоже будет интересно услышать ваше мнение. Также, девочки, если, девочки и мальчики, если у вас есть какие-то интересующие темы, на которые вы хотели бы, чтобы я сняла видео, либо вы хотите какую-то тематику, чтобы я задела и больше снимала видео на эту тему, там, покупки одежды, косметики, чего угодно, пишите, конечно, в комментариях, я буду прислушиваться к вашему мнению и по возможности как можно чаще снимать такого рода видео. Конечно же, я вам желаю хорошей, чистой кожи. Берегите себя и своих близких. Желаю выгодных покупок. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем в новом видео. И всем пока-пока!